Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 марта немного изменился порядок освидетельствования водителей на состояние опьянения. Автоинспекторы получили право не предъявлять предполагаемому нарушителю бумажные свидетельства о поверке алкотестера. Теперь эти сведения должны содержаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. И этого достаточно. Процедура освидетельствования должна проводиться в присутствии двух понятых. Если их нет, то необходимо осуществлять видеозапись. Трасса 101. «Лада Гранта» по итогам февраля осталась во главе перечня наиболее покупаемых новых легковых авто. Минимальный заводской ценник модели находится на уровне 678 300 рублей. Вторую строчку заняла «Лада Нива Тревел». С 1 марта минимум 1 миллион 15 тысяч рублей. Третье место разделили «Лада Нива Легенд» от 822 тысяч и «Черри Тига 7 Про» от 2 миллионов 140 тысяч рублей. Далее в топ-10 сплошь китайцы – Хавейл Джолион, Амото C5, Джили Кулрей, Хавейл F7X, Черри Тига 8 Pro Max и Джили Атлас Pro. Трасса 101. В пассажирском поезде «Москва-Владивосток» появились прицепные вагоны для автомобилей. Воспользоваться ими могут те, кто хочет доставить купленную, к примеру, в Японии машину в европейскую часть страны. Один вагон вмещает 3-4 легковых авто в зависимости от габаритов. Стоимость услуги начинается от 85 тысяч рублей от начальной станции до конечной. Перевозка внедорожника обойдется примерно в 2 раза дороже. Трасса 101. Несмотря на бурный рост популярности электрокаров в России, общее их количество крайне мало. На всю страну, по данным агентства «Автостат», сейчас насчитывается около 21 тысячи зеленых машин. 90% парка приходится на такие марки, как Nissan, Tesla, Porsche, Audi и BMW. Самый распространенный электрокар – Nissan Leaf. На второй строчке с огромным отставанием находится Tesla Model 3. На третьей – Porsche Taycan. Трасса 101. А китайская автомобильная компания Yudo решила значительно расширить функции мультимедийных систем. Выпускаемый фирмой хэтчбэк Yuntu получил информационно-развлекательный комплекс с караоке и играми. 2 микрофона и игровой джойстик прилагаются. Кроме того, такой магнитофон умеет реагировать на голос и выполнять некоторые манипуляции. Например, открывать окна или включать и отключать отопление. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.